Запись. А может, и не посмотрит. Но не суть. Шо это? Heads up. Великая ПВЗ, да? Да, Келлен, да. Хейдес не интересен никому. Люди о нем не знают на самом деле. А в DMC перезапуск уже поиграно? Нет, пока. Type, Start, Settings. Блин, громко. Ну... Русская раскладка стояла. Чуть потише, что-то очень громко. Screen window. Stretched. Так, то есть это реальная игра, в которую надо печатать, да? Окей. To move ray, use arrows. Я, кстати, такие не играл. Ну ладно, close. То есть ходить надо, хорошо. Я вроде относительно быстро, конечно, печатаю, но хз, хз. Рим, год 1990 какой-то. Святая Церковь сейчас единственная организация, которая правит городом. После долгого периода мира коррупция начала снова появляться в Риме. Сила сосредоточилась в Святой Церкви, которая, соответственно, дергает ниточки этого города. Ну а теперь, после того, как последний поп умер, церковь правит бесправным... Безлидерно... Короче, правит городом. Но экзорцист приходит один, аллеи исчезают. Он, кто должен сделать все правильно... Будет главным в этих ивентах. И там будет много одержимых случаев одержимости, не знаю. Так, что делать? Что делать? User keys or shift VSD keys. ВСД не работает, но буду на стрелочках двигаться. Okay. Бог следит. Отличная музычка. Shift плюс ВСД. А. Окей. О, я в такой большой опасности. Ты мне никогда не поверишь, о, мудрый человек из церкви. Я собирался купить лекарство для своей супер больной сестренки, когда я... у тебя очень плохие манеры. Я говорил, что, джентльмен, господа, мне нужно небольшое... небольшая подачка в несколько лиров. Вы люди церкви, у вас же их много, да? Экономических ресурсов, не так ли? Понятно. Ты не святой человек, каким должен быть. Ну, неважно. Уже... Я уже нашел что-то, что поможет мне купить лекарства и немного бухла. Потому что, знаешь, у меня нет сестры. Прости меня, отец, но я лжец. А теперь отдай мне свои деньги. Что? Кошка забрала твой язык? Ну уже скажи что-нибудь. Shut up! Up! А, что ты со мной сделал? Что это было? Больно? Тебе просто не везет. Ты
пересек путь приватному экзорцисту, и у которого был ужасно плохой день. Рэй Биби, меня зовут. Экзорцист, так ты из церкви. Что это были за... Что это был за свет? Каждая буква, которую я произношу... Из-за холод... Я не знаю слово холод. А, holy bullet. Святая пуля, чтобы быть точным. Холод? Что за дурацкое имя? А также они... Включают автокомбинацию, если... Они включают автовзрыв. Они триггерят автовзрыв, если неправильно использованы на здоровых людях. Это очень странный сайд-эффект. Что? Я вообще не... Неодержим. Я просто хотел твои деньги. О, ты сейчас говори... То есть ты хочешь сказать, что ты не злой дух? Ну что ж, это мне решать. А я никогда не ошибаюсь. Никогда. Да ты безумен, старик. Я сейчас выстрелю тебе в лицо. Redeem! Get yourself a book to keep typing. Redeem! Yourself! At... Once. Wretched soul. Soul sees your existence of crime. Amen. О боже, я умру. У скряги прочные запоры. У скряги темное окно. У скряги вечные запоры. Он жаден даже на говно. Окей. Donation accept. Но это про меня, походу. Цезарь вор. Я уверен, что он не извлек ни урока из этого. Блин, ну потненько, конечно, неплохо. The name. Меня зовут Тия. Next. Ду-ду-ду-ду-ду. Это что, офис Данте? Жизнь слишком коротка, но эти дерьмовые дни никогда не закончатся. Надо взять трубку. Answer. Привет, Рэй Биби, частный экзор. Алло, мой муж очень болен. Что болен, вы имеете в виду в хорошем смысле? Ой, то есть... Боже, он болен. Это должно быть просто какой-то пранк. У нее... Температура, она везде блюет. Сэр, я экзорцист. Может быть, вам стоит позвонить в госпиталь? Она блюется огненными черепами, пока летает над кроватью. А, ну, это уже другая история. Я живу на Апи-стрит, пожалуйста, поторопить. Она блюет на мои фотки с колледжа. Ладно, ладно. Они любят это делать. Все, я в пути. Надо выйти из офиса и посмотреть адрес в моем навигаторе. Апи-стрит, не так ли? Journal. Апи-стрит. Здесь аксессуары храню, но они мне сейчас не нужны. Мне не нужно чекать файл кейса сейчас. Humans. For a human, the real problem with attacking an exorcist is that it doesn't really matter what weapon, knife, power, or gun one uses, you always be competing in explosive holy bullets and a bad, bad temper. Короче, людям всегда придется сражаться со святыми пулями.
Please type your destination. Location not found. Ну, Appia Street. Confirm location. Блин, забавно, конечно. Appia Street. Прикольная игруха сделала. Если адрес правильный, то у меня сюда. Все вроде под контролем. Кроме того, что здесь вот что-то лежит. Мертвая крыска. Отличная толстая крыска. Блин, чувак, наверное... А, у него кровь из рта идет. Я бы хотел сказать, что он спит. О, боже, она пошевелилась! То есть она действительно спала? Я даже не уверен, что это ее кровь. Кто это? Это экзорцист. Мне позвонили по поводу девочки, огненных черепков и блевотины. О, боже мой, входить быстрее! Она тут заблевала все уже несколько часов. Она даже заблевала мою коллекцию галстуков. Только не коллекция галстуков. Покажите дорогу. Я постараюсь уменьшить. Да, конечно, бегите за мной. Акцепто! Просто она блевала на мою жену! Возможность лезть в душу в лес никак нельзя назвать рослением. Мы бескорыстно ценим лесть за совпадение с нашим мнением. Так, это сложнее, чем было до этого, да, значит, Accepted Corsac. Ты в поэзию ударился, спасибо за донатики. Спасибо большое. Они были подарком от моей тетушки Анны. О, боже мой, наш любимый сет. Тебе надо поторопиться. Да бегу я, бегу, да заткнитесь только. Ай, меня все эти крики убивают. Да не кем, приятно. Экзорцист. Да, и самый святейший, между прочим. Не заставляй меня смеяться, святой. Ты не святой. И ты знаешь это. Что, откуда ты знаешь мое имя? А ну, заткнись, или я отрежу твою голову и заполню твое тело рвотой. Фу, с какой. Сейнт... Михаэль... The Архангел... На тебе по лицу! Defend us in our battle against... Твою ж мать! The Darkness... Пошла отсюда, тварь. Against powers. Fuck. Powers. And the spirits of... Тьфу, блин. Of evil in the... Чёрт. The high places. Успел. Фу, заблевало мне все, не вижу строчки. For the... Черт, там было powers. Книгу верни. Granted. To me, I banish you, monster, from this
Весел! Эмин! Умри! Амино. Амино. Фу, что ж так потно-то? Магда, я спас тебя. Рыба, как слово shift пишется или так работает? Вроде так работает. О боже мой, она здесь все заблевала, все в блевотине. Да, ну хотя бы все эти зеленые тени выглядят довольно успокаивающе в этой комнате. Выбирайся из моего дома и забирай девчонку с собой, она уволена. А что? Подожди, я даже ее не знаю. Как ты... нанять ее? А, конечно же мы ее купили. Но у нас есть вся документация. Рабовладелец. Я так понимаю, я не получу никакой платы. Не, да ты же тот, кто должен заплатить мне за весь этот урон. Ладно, я заберу девчонку с собой. Чтобы ты заткнулся к чертям. Говна кусок. Это было грубо. Опа, нормально я так? Тащу пока. О, значка. Я не удивлен, что демон знал мое имя. Я уже довольно много демонов отпиздил. И поэтому они меня неплохо знают. Но он знал больше. Работорговля, однако. Очень странно. Святая церковь все еще поощряет такие вещи. О, они постоянно смотрят на более блестящие штучки. Надо копать глубже. Может быть, причиной такого количества демонов. Мне надо будет это остановить. Акцептор! А, Корсик, да, она ищет акцептор. Когда сидишь в собраниях шумных, язык пылает и горит, но люди делятся на умных и тех, кто много говорит. Вот человек, это тайна, в которой замыкается мирокартина, совмещается фауна с флорой, сочетается дуб и скотина. Мне кажется, это вот ты прям под игру, да, сейчас придумал? Я тут тоже пытаюсь писать всякие строки. Ах, что это? Похоже, это спички из какого-то места клуба. Титус Твистер, ночной клуб. Видимо, она обронила, пока я ее нес. Возможно, я найду там ответы. Но мне, там не написан адрес. Надо посмотреть в моем пулевете компьютере. Эх, ненавижу этот кусок металла. Journal. Титус Твистер on the back. Так, что сделал? Я просто мышкой нажал. Блин. Она же в окне. Да, come on. Отсылка же? Где именно? Константин надо звать. Ну да, или Данте. Заречайте, холивейте, святой церкви. Работает на MS Deus, уничтожающей системе или что-то такое. Не могу поверить, что люди как-то читают информацию в дерьме. Для меня это очень... это как читать новости из микроволновки. Очень... ненавистные микроволновки. Так, ладно, давай. Мне надо написать help. Годли. Годли. Титус. Звузизи. Now we can search. Титус Твистер. Тейсти кукиз! Ей! Титус Твистер клуб. Мастинс Авеню. Надо их навестить. Вдруг в игре... Не, я сомневаюсь, что в игре есть русский.
Титус Твистер. О, тут сейчас сиськи будут, наверное. Или вышибалы какие-нибудь. Нас вообще впустят туда? Экзорциста-то. Это, видимо, Титус Твистер. Ужасное место. Я прям чувствую алкоголь и пот. Толк. Оставь меня. Ищешь грехи, отец? Хочешь знать причины, по которым стоит остаться в Твистере? Дешевое бухло, второе. Хотя... не нужны другие причины, кроме как бухло. Вот. Кто там? Простите, сэр, у вас есть минутка поговорить о нашем спасителе? Открой эту гребаную дверь. Опять? Ну, дай отдохнуть, это уже третий раз на неделю, когда вы стучитесь. Ты знаешь, где... А! Я просто мимо проходил. Ну, пожалуйста, нет. Ну-ну. Кто из вас тот пес, который продает молодых девушек? Вот этот с жопой, наверное. Это ты? Не-не, пожалуйста, я только наркотики продаю детям. Я ничего не знаю про работорговлю. Я чист. Опа. Может быть, ты меня ищешь? Хар-хар-хар. Ты, видимо, владеешь этим... безбожьими местом, безбожьими крысами. Да, я, и зовут меня Мэтью. Что же привело тебя в это место пердишина? Святой отец. Да, добрый отец. Вначале ты стреляешь, потом ты называешь меня добрым. Ненавижу... hypocrisy. Забыл перевод на русский. Чувак из Стритфайтера. Блин, забыл перевод на русский, ладно. А что, для меня стрелять... ну так, плохая привычка. С детства я умею. И какое это имеет отношение? Да я стреляю во что хочу. С пяти. Я стрелял в свои игрушки, бейсбольные биты, моих друзей. А все. В конце концов, мой терапевт сказал, что если я не перестану стрелять, люди умрут. Я могу стать гангстером. И вот я лучший кусок, который он мне когда-либо советовал. И что же от меня нужно святой церкви? Я не работаю на церковь. Больше. У нас были разногласия. Слушай, ты знаешь, что тут эта девочка продает из вашего клуба? Может быть, да, может быть, нет. Ты должен заставить меня отвечать. Почему бы тебе не подойти сюда, святой отец? Можно с тяночками поговорить? Черт, и на бар не сходить. Тяночка тоже бухает какая-то. А, нервы. Я из тебя стрессую, отец. Мне нужно немножко отдохнуть. Выпустить пар. Мне щекотно. Ой-ой-ой. Witness. The cross of the Lord. Lord. Твою ж мать. Ли. Хостайлс. На тебе святыми пулями. May the mercy, O Lord. Ай-яй-яй-яй. Rest on us.
for we have hope. На тебе, святыми пулями. Недостаточно, недостаточно. Мне нужно больше взрывчатки, чтобы освежить эту вечеринку. Просто попробуй и обезвредь ее, если сможешь. Все в укрытие. Дефьюз. The Lion of the Tribe. Disarm of Judah the... Черт, удах. The Root of David. Найди в лицо. We cast you are... Черт. Spirit. Да, беги, беги, беги. Сатаник. Ай, наоборот, нельзя было туда наступать. And... Чуть не успел он слот. Да твою ж. Батл. Подожди, подожди, я думаю, я знаю, где девочки могут быть. Я слушаю, но у меня не хватает терпения, так что давай быстрее. Мы продали их этим северным демонам, это группа садистских демонов. Сказал человек, который взрывал это место еще 3 минуты назад. Но эти люди реально опасные, некоторые говорят, что они... поклоняется сатане, а еще они веганы, что еще хуже. Они не могут быть настоящими демонами, если они только не одержимы. Надо собрать больше информации. Ладно, я валю отсюда. Похороните меня с моими деньгами. Опа, служанка. Эй! Ты кто такая? Как ты оказалась в моем офисе? А, это та самая женщина, которую мы спасли, наверное, да? Эй, успокойся, я Магда. Девушка, которую ты спас, кто? Вспомни, я все заболевал, а ты спас меня. Это было меньше 24 часов назад. Ты выглядишь по-другому. Я просто покрасила волосы. Я была странной. Пока летала в воздухе и блевала повсюду. Не сейчас. И почему ты пыль тут прибираешь? Эй, не трогай это, я... мне даже не нужна служанка. Ох, да, тебе нужна, когда я проснулась. Место этого... состояние этого места было просто ужасное, надо почистить. Слушай, я просто хотела помочь. Я также думала, что я могу помочь тебе с твоим бизнесом. Я хороша в уборке, наверное. Ну, еще я знаю много людей. А еще я отличный секретарь. Еще мне некуда идти, так что, пожалуйста, не выкидывайте меня, пожалуйста. Нет, это бред какой-то. Так я могу остаться. В любом случае, я плачу
Я посетил твоих друзей в этом грязном клубе. Не выглядело так, как будто они что-то знают. Мэтью и его друзья. Довольно жесткие ребята. Но они хорошо со мной обращались. И даже эти бандиты не были одержимы. Но ты была. Есть идеи, почему другие девочки могут быть в таком же состоянии? Это как бы моя работа — останавливать такие вещи. Но вообще-то у меня нет никакой идеи. О, подожди, может я все-таки... У меня есть фотка с собой. А, вот же она. Это я и моя подруга Лили и другие ребята. Че? Дай посмотрю фото. Это не просто Магда на картинке. Тут еще с ней другая девушка. Эй, с тобой все в порядке? Ты как будто призрак увидел. Не, я в порядке. Не может быть совпадением. И это имя. Смотри, это я и моя подруга. Некоторые из нас... пошли с какими-то метафановыми ребятами работать на концертах. Они назывались Satan Beasts или что-то такое. Жаль, что меня уже наняли на Appia Street. Поэтому нас разделили. А наняли, тебя заставили работать. В любом случае, я помню этих ребят, которые выглядели очень страшно. Поторопись, найди мою подругу. Ты же не хочешь, чтобы она заболевала все, да? Как я вчера. Да, наверное, ты права. Да, ничего, если я сохраню эту фотку, да, без проблем. Сейтан. Надо в архиве поискать. Секс-арцист. Ага. Это когда я не слышал о банде, которая называется Morbid Wars или что такое. Да, это имя их группы. Они довольно хайповые. Делают европейские туры и все такое. Ты должен посмотреть про них в интернете. Ну хорошо, давай посмотрим. В Годле. Блин, Morbid, что там было? Morbid Wars, True Green Masters, вот, бинго! Они сегодня играют в Риме. Видимо, удача на моей стороне, хотя кого я обманываю? Мне надо в Cassia Lane, в Outer Circle. Блин, музычка прям отличная. Да давай уже, yes. Yeah! Тени машут над нашим тофу. Ритуал северного принимания дерьма. Ваша соя будет... Я не успел, все. Крафт. Я забыл слово крафт. Сожжем ваши души, как барбекю. Ладно, все слишком отвлечены этими людьми. Надо подумать. Как же мне пройти через эту человеческую баррикаду? Хотите выпить, отец? О, я бы хотел, но я на задании. О, хорошо слышать. Хоть кто-то в этом городе действительно воспринимает свою работу серьезно. Так, а ну вырубил все. Что тут наблевано? Простите, вы и ваши демонические друзья слишком громкие. И очень плохая музыка делает.
Не попросите их заткнуться. Блин, слишком громко, они не могут меня услышать. Извините. Они выглядят злыми в последнем альбоме. Это так прям мне. Слишком громко. Надо заткнуть этих ребят. И хотя бы их инструменты сейчас же. СТБ это генератор. 76-я модель. Я знаю, как работать с этим парнем. И кто такие? Почему наше шоу прервали? Слушайте, мне просто надо задать вам пару вопросов. А шоу шло очень ужасно. Так что я просто закончу эту ужасную выставку. Вы меня еще поблагодарите. Ну что ж, это какой-то жесткий прист. Пришел тут к нам, в наше логово. Почему вы не подойти сюда, святой отец? Видите ли, ты заставил мою... Ты сделал мою... аудиторию несчастливой, ты... Мешок грязи! Я уверен, что они не были... Надо поспрашивать. Я знаю, шоу! А давай, пройди с нами. Я не буду пачкать руки перед фанатами. Я Энох Варг, сын дьявола, и ты поплатишься за это. Демоны, я так и знал. Почему они просто не могут ответить на мои вопросы? Художественные переводы. Ну, я стараюсь как могу, да. Ну, здрасте. Мы не позволим тебе сбежать из этого места. Почувствуй силы моего шлема. Мио. Ой. Ай. Да то есть. Бонус. А как? Что? Ты сможешь выбраться из этого места и не позабавить мою публику. Я не позволю тебе прочитать свои спелы. Затем придется петь мой микрофон. Ха-ха-ха! Пой, Рэй, пой! Obey your garden. Апостейт, я думал там апостол. Питер! Чёрт! Your garden!
Что за слово? Джентлс. Мало дали. Да ладно, заново. Это не то, что я хотел включить. Что ты проиграл? И ты продолжаешь сражаться, но зачем? Ты не заберешь назад то, что твое, Рэй. А теперь умри! Писту краш. Сейтан. No more. Отдай книгу, нет. Болту. Карми на солнце. Амин, нет. Амин. Ты кто же стримишь? Я заходил на твой стрим 3 часа дня. Ну вот, 9,5 часов стримлю. Энух Варг, а сын демона. Дьявола. О, чувак, что ты со мной сделал? Я могу спросить то же самое. Ты знал, что ты одержим демоном? Одержим? Ну, ладно. Все эти слухи о том, что вы демоны... Это просто музыка, мужик. Мы нам обычные нормальные веганские ребята, которые хотят повеселиться. Мы никого, мы мухи не обидим, мы уважаем животных и природу. О, я уже говорил тебе, что мы веганы. Ах, мне нечего здесь делать. Лучше пойду. Подожди, ты освободил меня от этой вещи, я хочу помочь. Ну что ж, стоит попробовать. Ты видел девушку на этой картинке? Кого? Красивенькую? Нет, это Магда, моя ассистентка. И она не миленькая. Просто раздражительная. Солисты. Танист. Ага. Еще и не веганы. Я говорю про другую девочку. А это, да, она была с группой. Мы наняли ее на несколько дней назад. Группис? Вы так называете молодых рабов? Ужасные. Что, рабы? Мы уважаем женщин. Мы бы так никогда не сделали. Мы просто одинокие, знаешь, веганы, черные металлисты не особо цепляют чик. Но мы никогда на них их и пальцем не тронули. Где она сейчас? Ну, она, типа, спылила, и когда люди какие-то из церкви пришли, она предложила... Чтобы мы позаботились о ней, и мы решили, что так будет лучше для всех. А, или нет, церковь о ней позаботится. Что церковь бессмыслица? Что, стоп. Уверен, что они были из святой церкви? Конечно. Я видел по их шмоткам. Вначале мы жаловались, что они забирают наши группис, но... Это ужасно для нашей жизни, но мы отдали им... А, ну они дали мне шлем взамен.
А люди из церкви не должны отдавать одержимую бранью рандомным музыкантам. Эй, пацан, слушай внимательно и попробуй сосредоточиться. Ты помнишь, где и куда эти люди забрали девочку? Хоть какая-нибудь подсказка? Я думаю, да, какой-то... Они были с какой-то конвенцией со святым именем. Начиналось на Т. Да, это может быть больше, чем я ожидал. Но надеялся, что будет просто недопонимание. Да, спасибо, чувак, спасибо. Thursday, да. Четверг утро. Ну, это завтра. Ну-ка, стримчик, все дела. Давайте, наверное, еще одного босса убьем. Потом отдыхать, наверное. Пойти. Saint stacking with a T. Доброе утро. Как был шоу? Они сыграли любимую песню? Нет, они не сыграли, но они попытались меня убить. Так что, все же они были демонами? Нет, не были. Ну, на самом деле, да, только их лидер. Ну что ж, это странно. Все это выходит из-под контроля. У меня есть причина думать, что Святая Церковь за всем этим стоит. Ты понимаешь, как серьезно это? О боже, да, Церковь всегда правила довольно слабенько. Они... Им не в новинку такие темные активности. Есть причина думать, что они помогают демонам. И это не просто преступление. А ты нашел моего друга? Мою подругу? Девочку, которая была со мной? Нет, еще не нашел. Я почти выследил ее. Надеюсь, она не ранена. Да, я тоже надеюсь. Ты беспокоишься, Рэй? Наверное, пора начинать мои поиски. Где бы мог быть твой друг? Я еще вас первый из тех, кто начинает доставлять проблемы, о боже мой. Мингардия, стрим 9 часов идет. Мингардия. Я правильно бы запомнил? Я могу тебе чем-то помочь, но если ты только не вспомнишь все священные здания Святой Церкви, нет. Я не думаю, что кто-то знает. Поэтому есть ватнет. Что, серьезно? Да. Просто посмотри, Святая Церковь на своем компьютере. Все есть сейчас на ватнете. Church buildings, да. AF, а мне нужно Т-Z. Это Святой Терентиус. Выглядит как единственный результат, который подпадает. Но есть только номер телефона. Терентио 065-239-189. Просто позвонить в это место. Попробуем. Доброе утро, ковенант. Это... А, ковенант, конвент. Короче, это церковь в Теренте. Да, мне интересно ваши три... Это... Что это? Все наши операторы заняты. Пожалуйста, позвоните или приезжайте на... Принести бульвард. Отлично. Нантези, привет. Задушатина, ну, такая вот очень интересная. Депечатать надо. Мы же вроде спасли блондиночку. А, ну, она типа это покрасилась просто.
Опа. Где-то в Ватиканских стенах. Юриус. Возьми людей и забери девчонку живо. Что за спешка? Тяжелее всего было ее найти. Не можешь просто расслабиться? Вспомни, что доктор сказал о перенапряжении. Я думаю, что кто-то еще следит за ней. Старый участник нашей церкви. Мы не знаем, как быстро он двигается. Старый прист-экзорцист. Он ушел лет 20 назад. Экзорцист. Это должно быть весело. Я только начинал уставать от моих новых способностей. Еще и многие мои солдаты уже поумирали. Подготовься тщательно. Я не хочу, чтобы экзорцист сбежал с этой девочкой под нашим носом. Что? Что за тема с носом? Единственная вещь, которую я вижу под твоим носом, это твоя... Ты тупой социопат. Это была метафора. Я уже объяснял, как это работает. Еще раз. А, ладно. Я опять это сделал. Ну ладно. Мы же договорились на сигнале. Рукой показывай. Какой-нибудь. Я просто не очень в этом разбираюсь. Выбирай. Убирайся из моего офиса. В следующий раз я хочу тебя увидеть только когда ты принесешь девчонку. У меня старая игрушка, где нужно было печататься, чтобы зомби убивать. Ну да, тут похожая тема. Так еще и уворачиваться от врагов. Хорошее местечко. Монашка, что? Прист? Сейчас? Почему? Добро пожаловать в наш коммент. Потерянная душа. Что я могу для тебя сделать? Подходи. Они тренируют людей, чтобы они звучали странно сразу же, как только начали говорить. О, я помню. А, член нашего ордена. Какое удивление. А, да, нет, я не совсем член, сестра. Вы точно выглядите... Не выглядите, как одна из наших сестер. Ну, я имею в виду, я приватный экзорцист. О, это интересно. Что я могу для вас сделать? Я пытаюсь выследить демонов. Каких-то девочек, которые, возможно, появлялись у вас в церкви. Что вы вообще здесь делаете? Ой, как жалко это слышать, но... Мы, да, предоставляем... место некоторым молодым девочкам, у которых нет родителей или семьи. Хорошо, вы помогаете им. Ничего странного не происходило недавно. Никаких эпизодов одержимости совсем нет. Никаких странных ивентов. Эпизодов одержимости. Никакой крови для жертвоприношений, а? Черт! Можно я поговорю с кем-то из ваших девочек? Я боюсь, что это сейчас невозможно. Они все делают занимаются хором. Что, все из них, все... Да, очень... посвященные девочки, да. Не против, если осмотрюсь? Нет, пожалуйста, будьте как дома. Эх, если скоро не придут... Не придет подмога, мы в жопе. Что? Я лишь подвинул одну из книг, и это произошло. Поговорить с ней. Что там за упоротые сообщения вообще в чате? Ничего не понял, ну ладно.
know. Есть что-то, что вы хотите обсудить? Оружие. У вас тут средневековое оружие спрятано в библиотеке. О, это да, конечно же. Мы обучаем девушек культуре сражения лучшего оружия. Буквально. Еще что-то хотите обсудить? Нет. Nope. Здорово, храмовник. Это не выглядит как... Дверь, туалет. Который я обычно видел. В своей жизни. Личная церковь нам. Cellar door. Эй, этот искал туалет, но внезапно наткнулся на тюрьму с человеческими костями. Не хотите объяснить? О, это, а где еще же хранить кости для наших собак? Собак? Да, охранные собаки защищают наших девочек, конечно же. Ага, только я не видел никаких собак. Так они с девочками, конечно же, защищают их. Есть еще что-то? Думаю, привет, привет. Видел сливного мана? Да, вчера еще. Можно без ДБДК, пожалуйста, хоть сегодня. Если бы. О! Я так и думал, что кровь будет. Томатный сок. Это выглядит как кровь. Пожалуй, мне кажется, меня сейчас вырвет. Ёшка, добрый вечер. Кровь? Ну, я тут заметил у вас это вместо святой воды что-то не то. Да, например. Типа она выглядит как кровь. Ой, это не кровь, это красное вино. Вы знаете историю об Иисусе? Человек, который превращал кровь в вино, чтобы отдавать своим ученикам. Это звучит библейски. Да, может быть, немножечко. Но это все. Черт, у меня нету никакого конкретного доказательства. Да, пока что. Было приятно познакомиться. Дверь там. Хорошо, меня и... Будь с вами... Будь с вами, Господь. Что я могу с вами делать? О, это вы! Нектар. Готов выпить нектар. Быстрее. Возьми тигра за лапку и ведите сюда своих людей быстрее. Вот так и не, ты так и не запомнил метафоры. Неси сюда свою металлическую жопу. Я так и знал. Нет, не знал. Я почти одурачил тебя. Слишком плохо для тебя, Рэй. Вмешиваешься в наши дела. Мне, наверное, даже не потребуется помощь. А, монашка! Но мин, что это за слово такое? Экзорциза Т! Латынь, ну понятно. Ой-ой.
Ай-яй-яй-яй. Черт. Да, дерьмо. Книга, вернись. Книга. Санкти, не успел. Тебе лучше подготовиться. Тут станет очень... Ай-яй. Ой, ёпт, чё? Блин, в прошлый раз я прятался где-то за... Обнос. Пластмате. Дэй. Вот. Черт, на минус. Боже, какая распутная монашка внезапно оказалась. Я только сейчас на нее посмотрел. Темпум. Эст. Нет. Темпум. Блин. Темплум. Плум. Я запомнил. Дэй Виви. Я так хорошо справлялся. Ваде. А вот второе, следующее слово, не знаю, не успел прочитать. Ретро. Ой-ой-ой. Верни книгу, тварь. Сатана! На тебе, сатана! О, держи глаза на потолке, моя паутина еще упадет на твою лысую голову. Ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой. Салютис. Тис. Ин. Христо. Джессу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, куда бежать-то? Не верни, тварь. Домино. Но. Ностро ут. Простите. Амин! Монашка, иди отсюда. Хома, привет. Heard a click coming from that wall. Что-то там в стене кликнуло. Вы сказали, что это будет прям сложный-сложный босс? Ну, такое, не знаю, нормально вроде. Секретное подземелье с...
клетками. Надеюсь, я вовремя. Опа. Тян. Лов. Скорее, бежим со мной. Что? Вы, ребята, пересекли черту. Это слишком... Это уже слишком. Смотри, мое ТВ сломано. У меня закончилась сода. Я уже жаловалась вашему другу больше часа назад, и теперь вы спускаетесь сюда. Да заткнись ты, я не один из этих... Ребята, теперь иди со мной, хватит вопросов. О, да? Никаких вопросов? Да кто ты такой? Блядь. Я твой отец, Лилиан. Что? Я знаю, это должно быть странно для тебя. Чего? Какого хрена? О чем ты вообще говоришь? Вытащи меня отсюда, кто бы ты ни был. Черт, у меня нет времени на объяснение. Послушай, мы поговорим позже. Иди за мной, быстрее. Что? Я твой отец, Люк. Подожди. Почему ты остановилась? Ну, на мне же ничего нет, я не могу выйти без сумки и своих вещей. Да ты серьезно, я сказал, нам надо бежать. Но я же в своих тапочках, как я вообще побегу без ботинок? А, черт. А, прямо вовремя. Что произошло? Так ты тот самый известный приватный экзорцист. Бесславный. Который... Так мешает нашей церкви. Видимо, один из топовых псов этой церкви. Что ты хочешь от нас? Я Фьюриус, я командую Ватиканской стражей, а ты Рей Бибия, я так полагаю. Отправили генерала, черт, это выглядит плохо. Девчонка бесценна, Рей. Она очень важна для наших союзников. Они организовали большие поиски для ключа к ритуалу. И чтобы сделать еще проще, они дали нам огромные силы. Вы, люди в церкви, работаете на демонов. Оставьте мою дочь в покое, или что? И что, твоя дочь, говоришь? Ты хочешь внезапно поиграть в отца? О, подожди. 20 лет, ты помнишь, что она еще... Ты еще помнишь, что она твоя дочь? Слишком поздно, Рей. Заберите. А для тебя, Рей, позволь мне помочь... Покажи, что экзорцист может делать. Бегонца! Ай-яй-яй. Ай-яй, это было быстро. Танмастер. Фолдисит. А, это тоже пули, я понял. And enemy of human. Твою ж мать. Salvation! На тебе! Эх, попал по мне один раз. Ну что ж, время для настоящей битвы. Блин, чего? А-а-а! Принцепс! Я не понимаю... Что? Мои пули... Они... Увядают? Но как? Ха-ха, твои губы! Светлячки больше не могут ничего сделать против настоящего демона. Умри! Это не так, как любой другой экзорцизм, который я проводил. Это совсем другой уровень. Ф. Ну, я думаю, ты понял. Уйди с дороги. Не стой у нас на пути. Я не могу даже... Я вырубаюсь.
Блин, сюжет только-только завертелся. Ух. Ну, блин, уже 12 часов ночи. О. Рэй, ты спас меня от этого демона. Пожалуйста, скажи, что ты останешься. Я не могу больше. Я просто хочу исчезнуть. Огонь распространяется. Все к... колодцы, держи... берите ведра. Well, GG. Все. Да, я точно хочу квитнуть. Не, ну, забавная, кстати, игруха. Реально прикольно. Конечно, очень долго ее заказывал, ну, дождалась, ее, правда, на стрим не было, ну, что поделаешь. Да. Все, ребят, спасибо, что смотрели стримчик сегодня. Тебе надо было помереть по сюжету. Ну да, ну, а ты видел этого демона, как с ним вообще справиться? Будешь проходить. У нас миллион игр недопройденных, не знаю. Че у нас завтра, я хз? ДБДшка точно, алкостримчик. Может быть, Хейдес. Скорее всего, в основном только ДБД, потому что на алкостриме. Проще всего в ДБДу поигрывать. Вот. Завтра и пройдешь. Ага, пьяным. Да, так и так возьму и пройду. Все, давайте, побежал спать. Увидимся завтра. Завтра Just Dance, во-первых, утром. Постараюсь часов в 10. Вот. Прямо вот сейчас будильник ставлю на 8, чтобы проснуться нормально. И к 10 Just Dance подрубить. А потом праздничный алкострим. Все. Давайте. Всем счастливо, спокойной ночи и до завтра. Пока-пока.